Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее стихотворение называется «Черные строки на белом листе». На белом листе, как на белой стене, написаны черные строки. А все, о чем в жизни мечтается мне, чтоб солнце взошло на востоке. Для этого все, что нужно, отдам и сделаю что угодно. Ведь сердце без устали рвется к мечтам в любой день, в любую погоду. И черные строки на белом кричат о том, что душа неспокойна. Душа мчит вперед, ее тянут назад. Такой поворот безысходен. Но я все равно иду напролом. Заветной мечты добиваюсь. Однажды мечта постучится в мой дом. Тут миг каждый день приближаю. Душе не дано успокоиться, нет. Прочь время летит незаметно. Нас мимо проходят закат и рассвет. И остановить время тщетно. Спасибо, друзья. Помните, время уходит безвозвратно. Цените каждую минуту.